Николай Кужахметов, руководитель регионального центра поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В детстве мне всегда нравилось что-то объяснять, что-то рассказывать, разговаривать с ребятами. Поэтому я думаю, что выбор пойти на учителя был осознанным выбором. Исполнил свою мечту, и я стал учителем. Ну, тоже такой вопрос интересный достаточно. Когда был семейный совет, и мы определяли, куда, как точно, куда пойти, в какой вуз и так далее, моя мама сказала, что в Павлодаре есть педагогический институт. Тогда он был институтом. И мы вот с моей мамой поехали в Павлодар. Сам я не с Павлодара, я с города Аксу. Поехали в Павлодар и подали документы в педагогический институт. Период обучения – это целая жизнь для меня, потому что это были не только годы учебы, это были годы, скажем так, становления меня как личности, в том плане, что я был первым председателем комитета по делам молодежи ПГПИ. Позже я возглавил профсоюзную организацию студентов Павлодарского пединститута. Поэтому очень многое было приобретено, много организаторских моментов, организационных моментов, как правильно проводить те или иные мероприятия, как уметь держать аудиторию, вот, вести диалог с большой аудиторией. Это все очень важно. Я преподаю в школах. Вот, каково быть учителем? Ну, наверное, так сразу не ответишь. Так, большая ответственность. Большая ответственность. И прежде всего, наверное, надо любить свою работу, любить детей. И тогда все получится обязательно. Сложности, возникающие в работе, наверное, когда я вот первый раз попал в класс, сложностью было умением удержать внимание большого класса. Потому что это не только тогда, когда ты говоришь, озвучиваешь сухие факты, а нужно интересно подать материал, завладеть вниманием, расположить к себе ребенка. Вначале это давалось с трудом. Молодежи я желаю определиться со своим выбором, сделать правильный выбор и выбрать ту профессию, которая будет вам по душе.